Всем привет! И сегодня, пока вы ожидаете моего Аска, я нарисую кити-марку моей ос, потому что некоторые не знают. Приятного просмотра! Осталось только раскрасить кити-марку, и кити-марка будет готова. Кружочки я не раскрашиваю. А теперь долгожданный момент. Я напишу чай, это кити-марка. Вот такая вот кити-марочка у моей оски. Теперь вы все знаете об этой кити-марке моей ос. Вот и все. Ожидайте Аска. Спасибо за просмотр и пока.